можжевельники скальные. Посмотрите, как красиво они смотрятся в группе. Да и вообще в любом цветнике и в любом ландшафте. Прекрасно он прижился. Сажали мы уже взрослые, то есть это весенняя посадка. Хорошее нарастание. Я думаю, что в следующем году мы их уже подстрижем. Они будут поплотнее. Очень красивый такой сизый у них цвет. Ну, вообще, скальные можжевельники, они сами по себе очень устойчивые, красивые в любом ландшафте. Хорошо выносят все зимы, но обязательно рекомендую делать стрижки. То есть для уплотнения внутренней кроны, для того, чтобы зимой... Вот видите, какие веточки уже наросли длинные. Вот это все нужно укорачивать для уплотнения. Иначе это будет все разваливаться от снега и будет совсем некрасивая форма. Такая группа. Еще будет подсветочка, будет вообще красота.